Для первоуральских дошколят организовали «Безопасное лето». Так называется игровой фестиваль, в котором приняли участие более полусотни детей вместе с родителями. Как прошли семейные соревнования и в чем их польза, узнала наша съемочная группа. По пешеходному. Вот, правильно. Вы молодцы, что вы выбрали правильный знак. Правильный значит безопасный. Команде нужно проложить маршрут до остановки общественного транспорта. Это одно из заданий игрового фестиваля «Безопасное лето». Его организовали педагоги 37-го детского сада, чтобы, как говорят сами, повторить пройденное вместе с детьми. В течение всего учебного года мы знакомили детей с правилами безопасного поведения во дворах, на дорогах, в быту. И поэтому мы решили, что летом замечательное такое мероприятие поможет нам закрепить полученные знания и учит детей применять их в жизни. Фестиваль объединил больше полусотни воспитанников детских садов Первоуральска. Для них подготовили задания, которые требуют собранности и творческой фантазии. К примеру, чирлидинг. Участники представляют свои команды зрителям с помощью танцев и речевок. Также в программе конкурс на внимательность и знания правил дорожного движения. Тебе даю карандашик. Циферки знаешь все? Я все знаю. Значит, надо тебе просто поставить галочку, сколько нарушений. Без нарушений нужно преодолеть и трассу по спортивному ориентированию. Участникам рассказывают, например, что такое азимутальный ход. Учат их не только читать карту, но и выживать в лесу и оказывать первую помощь пострадавшим. А еще знакомят с семафорной азбукой, с помощью которой нужно расшифровать слова. Тут интересно, что тут много испытаний. Каких? Ну, там медицина, выживание на природе. Игровой фестиваль изначально задумывали как семейный. Организаторы говорят, детям это поможет легче усвоить полезные знания, а взрослым самим вспомнить детство. На самом деле это очень хорошее мероприятие. Для нас было только интересное. То есть то, что было в багаже знаний, мы применили, и все прошло очень хорошо. Мне больше всего понравилась первая помощь. Папе перебинтовывал ногу. Ну, представляли, типа, что рана на ноге. И нужно было обработать, протереть, бинтом обмотать. В общем, мне понравилось все. В том числе примерка велоэкипировки. Она тоже важный элемент безопасности. Такой фестиваль в Первоуральске проходит впервые, но в дальнейшем его планируют сделать традиционным. Организаторы говорят, все ради того, чтобы сохранить жизнь и здоровье юных участников дорожного движения. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий и Денис Храмцов. Новости. Первоуральск.